Мы готовы. В Чебоксарах прошел семейный фестиваль ГТО. Кто успешно сдал нормы, в нашем сюжете. Папа Сергей и сын Витя одновременно качают пресс. Это одно из испытаний спортивного фестиваля. Справиться с ним было несложно. Здесь любим спорт, бегать, кататься на лыжах, бассейн. Вот сын сейчас увлекся бассейном. Это здорово. Здорово то, что есть такая программа, которая сплачивает нас, молодых и взрослых, объединяет, чтобы добиться больших результатов. Другие задания – наклоны вперед, подтягивания на перекладине, прыжки в длину и рывки гири. На фестиваль «Мы готовы» собрались 120 участников со всех районов республики. Многие приехали целыми семьями. Пока папы с детьми сдавали нормативы, мамы активно болели. У нас участвуют папа и младшая дочка Ангелина. Она учится в первом классе. Спортом занимаемся давно, детей стараемся вовлекать. Бегаем на лыжах, играем, катаемся на коньках, хоккей играем. Занимаемся бег. Дети вот гимнастикой хотят заниматься. Семейные соревнования проводятся в рамках всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы готовы». Инициатор – Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка России. Мы собрались здесь, представители отцов и детей из каждого муниципалитета, чтобы показать свое отношение к спорту. И зимой, и весной. Каждую неделю отцы проводят мероприятия, например, волейбол, баскетбол. Зимой на улице играют в хоккей в валенках, в большой мяч. И тем самым они приводят детей к здоровому образу жизни и показывают на собственном примере, что здоровье самое главное для каждого человека. Самые спортивные поднялись на пьедестал почета. Лучшими командами в своих подгруппах стали семья Григорьевых из Красноармейского района и семья Лапташкиных из Чебоксар. Победители и призеры получили дипломы и подарки. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Бахтияр Велиев, Республика.